Ну, расскажите немножко вот о спектакле. Я там понимаю, что ваш персонаж – это американский юрист, судья, который приезжает на один из малых нюрнбергских процессов. Да. А вы немка-аристократка, бла-бла-бла, у которой, по-моему, муж уже стал жертвой. Да. Иначе между вами там что-то возникает. Да. Так. Вот я бы хотела сказать, что немножко захватите предыдущего ваш вопрос, ага. И этот объяснить, потому что репетировать подобные взаимоотношения оказалось нам сложно. Я не знаю, делал ли режиссеры Алексей Владимирович Бородин ставку на то, что мы близки, и это как-то поможет нам воспроизвести отношения на сцене. Если он и делал такую ставку, то это сработало прямо наоборот. Ой, вы сейчас на тонкий лед ступаете. Нормально. Продолжайте, мне нравится. Нет, нормально. Я имею в виду, что играть... Ведь оказалось самое сложное сыграть вот эту первую искру, начало взаимоотношений. Как играть чувство, когда оно есть? Это точно, ведь известно, что у шпионов самое сложное в их ремесле имитировать, что они обучаются языку, вот тот язык, который они знают, изображать, что они не знают. Это самое сложное, вот, поэтому здесь, наверное, абсолютно аналогия такая. Да, 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 да. Это удивительно, потому что я впервые с таким столкнулась, когда вот возникновение чувства, что раньше не казалось для меня проблемой в сценических каких-то своих проявлениях, вдруг... Оказывается, вот он секрет, вот оно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.